Хотел начать с пения, но я знаю, что вам это не нравится. Поэтому... Ангелы! Она не с первого раза заехала. Ой, я уже и забыла. Как это хорошо. Может, мы заставку эту чертям собачьим дропнем. Знаете, вот я скучаю иногда по ангелам, потому что для меня разрядка. Мы смотрим какие-то классные, возможно, проекты, типа там «Аватар», там сидишь такой, ой, так здорово, так мило, так классно. Тут ангелы, они просто вот текут у тебя, это как сладкая еда, как вредные отношения. Все вот, знаешь, оно прям классное. Двойная беда. Нести наказание всегда нелегко. Мне очень жаль, Раф, но мы вынуждены так поступить. Ты знаешь, что его никак не избежать. Хочешь что-то сказать? Остается только принять наказание с высоко поднятой головой. О, я готова понести любое наказание, которое вы сочтете нужным, профессор. Очень хорошо, Раф. Оставайся и жди меня здесь. Ты влюбилась в мальчика? Наказана! Ты влюбилась? Ах ты! В девочку? Наказана! Ты что, сраизм? А, там, кстати, как это интересно? Они же... Нельзя, слушай, не-не-не, они... Куда вы идете? Узнаешь в свое время. Скажите! Прекрати, у тебя и так полно проблем. Они вместе теперь будут тусоваться. Вот апостол Петр и вот эта женщина подземная. Я тебе говорю, они там что-то... Девалица. Они, знаешь, как это так... Что же нам делать с нашими учениками? Они так плохо себя ведут. Да, они реально плохо себя ведут. Ужас, хорошо, что мы держим все это в руках. Да. Сейчас будет склейка, и они... Ну вот, видишь. Мне очень жаль, но нам придется это сделать. Я бы поступил иначе, если бы мог. Это лучше, чем я ожидала, Малаки. Они собираются войти в зал портретов. И мы все увидим, миледи. О, Малаки заговорил. Через несколько мгновений эти напыщенные снобы откроют нам все самые сокровенные тайны своих подопечных смертных. Вы готовы? Да. Наш путь к тайнам, хранилище душ смертных, а также комната портретов. Прошу тебя открыться. Наш путь к тайнам, хранилище душ смертных, комната портретов, откройся. Что происходит? Нет, мы ничего не видим. Проклятие! Как я и подозревала, комната портретов нам недоступна. Но... Ты не меня, Малаким. Но, госпожа... Я велела там тебе не, уйти. Там не ловит. А чё так мало портретов? Там даже на школу Маусош не наберется. Там дальше еще. Бесконечно с портретами. Ты и я хочу быть одна. Да, он уходит. А, вот эта комната. Я тебе говорил, там вот все. Вот эти все. Я выиграл в карты. С сегодняшнего дня Раф и Сульфус делили смертного по имени Эндрю. Но ради блага всего живого, Сульфус... Надо убить Эндрю. Эндрю, да. Сульфус и Раф должны быть разделены. Кажется, что мне оторвали крылья. Нелегко нести наказание, особенно если оно означает, что надо расстаться с дорогим тебе существом. Раф, так нельзя! Подожди, а чё Эндрю теперь вообще без ангелов? Он чё, теперь нормально заживёт, что ли? Ну, видимо, да. Охренеть. Бедный Эндрю. Нет, ты не поняла. Он сам сможет выбирать, да что он в жизни поняла, хочет. Это же охренеть, какой подарок. Сказала, бедный Эндрю. Я целое утро не сказала ни слова! Что с ней такое? Она расстроена из-за наказания профессора. Я ее понимаю.
После того, как их разделили, Сульфус оказался со мной. Это правда? Так она, оказывается, не потеряла дар речи. Да, теперь я должна работать с Сульфусом, а ты с Гасом. Я лишь знала, что я больше не буду работать с Эндрю. А он как раз только начал мне доверять. Но тебе же дали кого-то другого, да? Придется начать все сначала. Мы тебе поможем. Ты во всем разберешься, когда познакомишься со своим новым подопечным. Новыми подопечными, потому что... Тут новая озвучка. Короче, у нас два источника, из которых мы впитываем этот мультик, и как будто вот это получше. Они близнецы. А? Их зовут Джулия и Хелен. Они только что переехали в город. Вот это дом! Вот это да! Твои подопечные, наверное, очень типа, богаты. А разве это норм? Близнецы, у них одинаковые ангелы, это же разные люди. Чё? На двух близнецов одного ангела выделять? Типа да. Чё, бюджета вообще что ли нет? Ну это такая странная. Типа проведаем их. Да ладно, пока все не так плохо. Ты всегда так говоришь. Ты же знаешь, что случается каждый раз, когда мы переезжаем. Ты права. Новая школа, новые друзья, которым мы совсем не интересны. Мне сейчас флешбэкнуло. Помните «Богатырей»? Вот эту вот отменницу. А, Алёнушка или как её там как ее звали? Вообще один в один. Я не могу. Вот эта коса вот такая вот вся крупная. Это точно. Прилипалы которых интересуют только наши деньги, а не мы. Это ужасно. Я не знаю, что бы я делала без вас, девочки. И я. Настоящая дружба дороже всех денег на свете. Бедные девочки. Похоже, они больше не верят, что могут найти настоящих друзей. Слушай, а может не ходить в школу? Что ты имеешь в виду? Мы просто скажем водителю, чтобы он вез нас куда-нибудь в другое место. Он же должен слушаться нас. Думаешь, у нас получится? Вдруг мама с папой узнают, а если водитель им все расскажет? Если, зачем все так усложнять? Это Газ пришел. Это я. This is so cringe. Ну, то есть, по-вашему, все жирные люди, простите, рыгают. То есть, все до единого... Простите. Все до единого, да сука, рыгают. Не, ну, он, во-первых, жопа вообще всего этого, что он превращается из бургера. Ты вообще понимаешь? Да, ты хоть раз такое да, видела? Да, да, все в кольца, все в волшебные какие-то сферы. Этот вылез, из как он называется? Бургер. Из биг-тести, блин, вылез. Ты чё, мать? Биг-тести. Ты отвратителен! Это комплимент. Уходи отсюда, отстань от девочек. Это комплимент... Ладно, это конкретно вот этот чувак, ладно? Это не все. Я буду защищать всех жирных. Мы не такие. Мы все, нас объективируют. Жирдяев объективируют, суки. Мы вообще, мы самые лучшие. Я хочу начать это движение. Все, пишите, кто хочет тоже. Все, всех, всем дадим задание. Будем листовки раздавать. Будем по домам ходить. Будем ходить по домам, красить, социальные ролики красить снимать. Волосы и заниматься всякой вот этой вот активной ерундой. Мне кажется, мир должен узнать о нас. Нет, Темптель поручила их мне, не могу же я разочаровать ее. Ну, что ты думаешь, а? Не знаю, решим на машине. А давайте вы переоденьтесь в какой-то... То есть здесь зло в том, что они хотят прогулять школу. Да. Да? Да. Газ же говорит, это нормально, а девочки такие, прогулять школу. Нет, конечно, плохо прогуливать школу. Я сейчас не к тому, что все. Почему анархия, девочки не могут сказать, типа, не идем в школу. Оденьтесь как простушки, и тогда у вас появятся друзья. Угу. Или буллинг. Ну, тут как повезет. Вообще, мало что зависит от ваших денег. Это вы такие. Угу. Они не попадут сегодня в школу, слово демона. Наоборот, они там будут вовремя. А если школа — это сатанинское заведение? Ну, не думали об этом. Ну, реально, это изобретение сатаны. Вот сколько там детей вообще с ума посходило? Я знаю многих. Много. Многих я вообще знаю. Вот, есть церковная школа, а есть мирская, сатанинская школа. Муусош номер 12.
Саратовской области. Вот, вот это, допустим, да, вот это заведение. Есть, как его, этот, как его, православная приходская, вот там, допустим. Что ты несёшь? Вот это, есть же православная школа. Типа религиозные школы святые. Их надо, ангелы должны туда всех агрегировать, я считаю. А это школы сатаны, да, ну там всякий сатанизм происходит. Да, Раф, и они заведут настоящих друзей. Ты хорошо говоришь, что ты еще не видела меня в комнате состязаний. Соревнования на сноубордах? Отлично! Поешь снег, толстяк! Поешь снег, толстяк. Все хорошо. Ну, слушай, то есть ангелы, дайте сейчас просто зафиксируем это, зафиксируемся вместе. Ангелы забулили демона за то, что он жирный. Это же потрясающе. Ну, это... а чё ты с Пургиновым? А чё он жирный? Не, ну реально, он бы реально заслужил. Он заслужил. Нет, Саш, мы так. Спасибо, я на диете, я расскажу тебе о ней на финише. Это капец. Мне надо его обогнать. Поешь снег, толстый. Этот сугроб мне поможет. Теперь я его точно обгоню. Быстрые крылья! А? Как она здесь так быстро оказалась? Ты еще не то увидишь. Надо ее остановить. Время играть по-взрослому. Землетрясение! Надо сосредоточиться, а то я окажусь в обнимку с деревом. А как он в комнату попал? А, у него же порталы. А он ходит везде. Порталы есть. Что происходит? Это огромное дерево меня убьет. Проклятье, не удалось. А что он хотел сделать? От тебя не отделаешься. Если это Сульфусу не удалось, то тебе даже и пробовать не стоит. Ведь Сульфус такой классный. Mm-hmm. Как тебе это? Блин, Малаки голос добавили, реально. Лавина! Если я сейчас сдамся, газ погибнет. Но если я не сдамся, я проиграю кое-что побольше, чем это соревнование. Защита камня! Газ получил доступ к близнецам первым. Что он... Она спасла Газа? Да. Как мило. Это так... Меня сейчас тошнит. Задумал. В комнате состязаний можно погибнуть? Да. Что значит спасла Газа? Я не знаю. Это же демон, его просто снегом завалит, и все. Это же не человек. Я не понимаю, как тут все устроено. В комнате, то есть у нас есть комната состязаний, в которых вы можете друг друга по перу убивать. Ну да. Ого, это намного жестче, чем нам здесь это показывали. И они не бессмертны. Прошу. Скажите, а где Альфред? Альфред, он в отпуске. Сегодня я водитель. Меня зовут Гастон. Вы наш водитель? Поехали. Конечно, куда прикажете? Что он сделал с водителем? Убил. Я не знаю. Это не дорога в школу. Умолкни. Вы что-то сказали, Гастон? Нет, мисс, я не сказал ни слова. Ты не... Просто сидит. Умолкни на весь салон. Можешь решать за них. Ну, конечно. Я просто показываю им достопримечательности города. Все девчонки сидят такие... А он такой, да я просто показываю на пустое кресло достопримечательности этого города. Ты можешь заткнуться. И такие сидят. О, этот новенький меня пугает. Слушай, мне не нравится, как здесь все начинается. Я хочу это... вы можете здесь высадить, пожалуйста? Ну, так что насчет школы пойдем? Или все-таки прогуляем сегодня? Я не знаю. Посмотри на эту улицу. Просто ужас. Точно. Нас здесь никто не узнает. Гастон, остановите, пожалуйста. Мы выйдем здесь.
Их нужно отвезти в школу. Это их выбор. Я не уверена, что это была хорошая идея, Джулия. По крайней мере, мы не в школе. По факту, Гастон никак не повлиял на их выбор. Он просто их вез. Они даже не знают, куда он их везет. Ну, по факту, да, это их выбор. То есть, тот предыдущий водитель мог бы повлиять на их выбор, просто не отвезти или настучать на них. Ну да, да. Скорее, Кокс! Я знаю, что здесь не особенно хорошо пахнет. Фух, у нас есть важное дело. Начни превращение! Ты реально, ты права. И оберегать. И оберегать, ура. Слушай, ты абсолютно права. Вот первым отвоевывать, это полный отстой. Да, надо вторым, ты второе слово, но все, ну прям кайф. Блин, эти превращения, это какой-то вид искусства. Это классно. Кошка теперь все знает. Это что такое? Не волнуйся, что-нибудь придумаем. Чего? Ком. Нет, это не... Это просто ком. Точка ком. Кончалось. Вам нравится? Это я нарисовала. Да, очень здорово. Спасибо, я только учусь. А вы сами не отсюда, да? Да. Это заметно. Вы потерялись? Мы не очень хорошо знаем район. Мы недавно переехали. Я иду в центр. Хотите, пойдемте со мной. Я с удовольствием вас провожу. Будет здорово, да, Хелен? Ты нам окажешь огромную... А что за звуки? Я не понимаю, они вообще неуместные. Окей. Услугу. Тогда пойдемте со мной. Я покажу вам все свои рисунки. Ангел стрит-артит, да, получается? Uh-huh. Ходит и все размулевывает. Uh-huh. Ладно, хорошо. Скажи, а ты ходишь в эту школу? Да, что такого? Просто ты не похожа на других. Да и нет. Они какие-то такие немножко. Я не могу описать эту эмоцию, которую они переживают каждый раз, но, видимо, что-то очень приятно. Они такие, да, может быть, школа, может быть, нет, они под кайфом всю эту серию. Да-да-да. Похоже, это очень классная школа. Здесь полно классных смертных, то есть ребят. Мне пора, а то я опоздаю на урок. До встречи! Пока, Раф! Рады были познакомиться, ну? Они такие... Все-таки у нас есть друзья. А вот эта вот девочка, это единственная, да, кто да, посмотрит. Они придут, они, а ее нет. Они влюбились в нее, как в подружку, что она будет с ними тусить. А ее там нет, ее обманули. Они сидят и их там забулили за то, что они богаты. Да. Вы знали про буллинг богатых? О, это отдельная тема. Это когда приезжают из богатых семей, да, но да, помещают да, в школу, и их, ну, типа, вообще прям жестко прям прессуют. Пойдем. Может, эта школа окажется не такой, как все предыдущие, мы найдем друзей. Ты победила! Близнецы сделали правильный выбор! Гип-гип! Ура! В честь Раф! Гип-гип! Ура! Ура! Слушайте, а вот вопрос. На многодетную семью тоже один ангел выделяется, да? Но... Только на близнецов, у них одна душа. Типа, что, одна... Они, ладно, хорошо, они, допустим, даже одна яйца. У них очень похожи, очень гены похожи. А все остальное это же разное. Вообще разные люди. По идее, должны быть два ангела, нет? Реально. Просто вот на многодетную семью там из трех, наверное, четырех человек выделяется один ангел, который зашивается просто вместе с матерью на всех. Причем это богатая семья. Причем богатая. Не выделили. Они же должны... У них что-то денег на ангела нет. Что такое? Сульфус полностью обыграл меня. Я самый крутой! Микки не знает, что произошло! К нам вернулся великий Сульфус, не так да. ли? Теперь, когда Раф больше нет, может, он и останется с нами, а? Я не понимаю, зачем он пытался ее убить, если их цель была, чтобы они влюбились. И что-то там, ну, заделали. Сейчас объяснит. Если нет, то это бесполезно.
Малаки, я недовольна. Где ты был? Вы же сами велели мне. Ответь на вопрос. Я только попытался уничтожить Раф. Я подумал, что вам понравится, если я расправлюсь с ней. Болван! Причина моих страданий – эти цепи, а не Раф, а на ключ к свободе. Вот, вместе видишь. Раф и Сульфус могут освободить меня из тюрьмы, в которую я заточена. Но ангелы и демоны разлучили. Аркан и Темптель увидели опасность и разлучили их. Но не все еще потеряно. Рейна не сдается так легко. У меня есть новый совершенный план. Я выполню любые приказания, госпожа. В этот раз я сделаю так, чтобы их нельзя было разлучить. Ангелы на месте навсегда. Слушай, ну вот эти, вот эта сюжетка с этой теткой и влюбленностью Рафа Сульфуса, это интересно. Вообще огонь. Интересно, вообще все, что здесь происходит, мне уже начинает нравиться. Это очень смешно, это очень непонятно. Ангелы какие-то ублюдки. Они реально ублюдки, они булят своих демонов. Это вообще что происходит? Причем такие спасения вообще из ниоткуда. Комната состязаний. Она вообще везде. Вот Винкс даже комната это была, комната симуляции была странным изобретением. Там вроде как тоже можно умереть. Ну вот такое вот интересное явление. Получается, что они создают кусочек какого-то физического мира, и ты от физических явлений, видимо, они от физики тоже умирают. Хотя ты можешь умереть, если ты превратился, а ты же не превратился. Сложно! Сложно, ничего не понятно. Ну ладно, это не для этого здесь сделано, это чтобы тут любовь нам показали между демонами и ангелами, чтобы все такие, ой, как здорово. Короче, херня, надо, чтобы у каждого было по одному ангелу. Это несправедливо. Будем петицию собирать. Первое, это то, что вы поняли, да? Мы друг друга все поняли. Собираемся все вместе в назначенное время решить революцию. Все, ребятки, пока. Пока.